Вкусно будет. Вообще огонь. Как я мечтала, но только еще лучше. Да? А с чем он внутри? Ну да, похоже. Знаешь, даже не на спаржу, а на брокколи похоже. Да, это, наверное, брокколи. Прикинь, омлет с брокколи. Здоровая пища. Это больше всяких ожиданий. Хотя бы в отпуске без каши можно. Дети вообще не любят кашу. Даже я не хочу. Буду тебе выражать. Давай, я тебе не дам. Сосиска нормальная, вкусная, да? Завтрак вообще. Девочки, можно кашу? Да. Все уже. Женщина прошла, так посмотрела, что ты видео снимаешь. Ну как, она же нужна, камера на меня все направлена. Не, ну вот это дело увидела, что да? Остановилась. Я спрашиваю. Скоро у нас и здесь будет. Да. Возраст.